Малиновский или Малиновский, я прошу прощения. Малиновский район, 731 доллар за квадратный метр. Вы также можете посмотреть по районам, сколько стоит в среднем стоимость квадратного метра. Ну и в динамике Малиновский район показывает нам примерно те же тенденции. Сентябрь 2021 года – это 721 доллар за квадратный метр. Рост по март 2022 года – 762 доллара за квадратный метр. И с наступлением, с началом войны стоимость снижается до 731 доллара за квадратный метр. Напомню, это декабрь 2022 года.